Hi guys, welcome back to Jundis Vlog and Reaction. For today's video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Привет and спасибо to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and amazing. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, the action of Immortal Regiment took place in Moscow. And credit to the owner also with the video to news on channel upon the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos, artists, singers that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. So let's get to it, guys. I hope you'll be having fun and enjoy watching with this one. And please turn on the CC down there for your Russian and English subtitles or whatever language that you want to choose. A little information about this video, guys. People walk through the center of the capital through a shower of hail as a sign of respect and gratitude to the generation without which we would not exist. We remember, we are proud, we live. Oh my god, this is a very nice introduction and information with this video. So let's get to it, guys. Enjoy. Wow, thank you so much for this video. Радость со слезами на глазах, слова из песни, неразрывно связаны с 9 мая, сегодня приобрели новое звучание. Слезы на глазах и крупные дождевые капли на лицах сотен тысяч человек, которые в Москве прошли в строю бессмертного полка с портретами своих героев. Те, кто погиб на фронте, кто пропал без вести, и тех, кому посчастливилось дожить до Великой Победы. Сквозь налетевшие в разгар теплого солнечного дня ливень с градом, люди шли и шли по центру столицы. В знак уважения и благодарности поколению, без которого да просто нас всех бы не было. Мои коллеги тоже не сдали эфирных позиций, хоть и технику заливало, и сами до нитки промокли. Мы были все вместе. Такой день, когда главное, что мы помним, гордимся, живем. Wow, this is like a very nice video. In honor to those people. Мосты бомбили, железные дороги бомбили, все бомбили. Именно поэтому наши герои, те, кто на этих портретах добывает для нас победу, изнурительно и долго шли. От Москвы, от Сталинграда до Кёнигсберга, до Берлина. И сегодня мы хоть и недолго, но идем вместе с ними. Oh my god. Расскажите, кто на портрете и как этот человек встретил войну? Бирюков Иван Иванович, он играл со своим другом в шахматы, когда по радио объявили, что началась война. А они тогда еще с другом пошутили, да шапками их закидаем. И тогда он ушел на фронт, его призвали. Галина Романовна была одной из многих, у кого 21 июня был выпускной вечер, а 22 июня началась война. То есть ушла практически со школьной скамьи. Sorry to hear with this, like, for the loss of your family. I know they are in peace now. Для тех, кто остался в тылу, и для тех, кто ушел на фронт, война стала частью самой жизни. Проходим мимо станции метро Маяковская. Во время войны здесь была бомба, убежище. И, возможно, люди с этих портретов писали письма своим женам, подругам. А они здесь, под звуки бомбежек, прятались и читали письма. Идут ожесточенные бои. Цитирую. Придется тебе, Мария, детей поднимать самой. Любимые мои люди, прошу вас, будьте стойкими. Впереди предстоит еще много испытать. На нашем фронте будут ожесточенные бои. Так что будет возможность проявить свои способности и желание отомстить. There are even letters. Wow. Интересно, что после войны именно из писем семьи узнавали о подвигах своих героев. Wow. Мой отец Бачковский Владимир Александрович в 44 году, вот в апреле месяце, получил звание Героя Советского Союза за танковый рейд в тыл к немцам. За все годы войны он подбил 36 немецких танков, 5 раз горел в танке, но немцы за каждый его сгоревший танк заплатили семью своими. Сталинград, дедушка попал в окружение фашистов.
И необходимо было срочно передать пакет в генеральный штаб. Выход был единственный, это пройти через минное поле. Нашел только мой дедушка и доставил данный пакет. Волгин Иван Тимофеевич получил Героя Советского Союза за форсирование Днепра. И я хочу передать привет Киеву. Там осталась моя бабушка, которая ухаживает за его могилой. И она сказала, что никогда она не уйдет с могилы своего мужа. Мой прадедушка, рядовой пулеметчик, получил орден Красной Звезды, разрешило наступление немцев. И люди, ну, его сокомандники начали выходить за патронами, потому что боеприпасы кончались. Но никто из них не возвращался. И тогда мой прадедушка остался в одиночку. Принял командование на себя и удержал безымянную высоту. Кто-то пришел с маленькой фотографией вот из старого фотоальбома, кто-то напечатал большой портрет. Кто-то идет просто с табличкой, потому что фотография не сохранилась. С тех пор выросло 3 поколения. Мы можем только догадываться, как это было жить на волосок от смерти. И как в этом страхе и ужасе людей спасала любовь. Wow. Much love and respect. Like, they're really honoring to those people who died during this war. Познакомилась с папой, попала в роту к нему, он был командиром, но обратил внимание на веселую боевую девушку, влюбились друг в друга. Всю войну прошли вместе и после войны поженились. На одной из коротких станций мой отец встретил молоденькую девушку, юную Лидию. И договорились, что если останутся живы, то после войны встретятся в Сергиевске. И эта встреча состоялась. Познакомились на фронте. Бабушка была зенитчицей, а дедушка был шофером, подвозил ей патроны. 72 дня прожили дедушка и бабушка. В 43-м году бабушка получила известие о том, что дедушка пропал без вести. И она всю жизнь его искала и ждала. Бабушку угнали в 42-м году из Ростова-на-Дону в Германию на работы. И в 45-м году дедушка ее освободил. Они познакомились, поженились. Мы идем примерно час. Люди общаются, рассматривают портреты друг друга. На них совсем юные ребята, старики, рядовые, в военной форме. Женщины и мужчины, да, кстати, о женщинах. А как же им было на войне? Truly respect their elders and grandmothers and fathers. Была тяжело ранена в 43-м году, ходила в разведку, имеет много медалей и орденов. Она работала на заводе, изготавливала снаряды для танков. За это она получила медаль за оборону Москвы. Очень тяжело было женщинам, девушкам. Медсестрам особенно было тяжело. Yeah, они носили, мужчин на себе выносили. Бинты прям стирали в лужах. В речках, где только могли. Ах, герои былых времен, не осталось. В колонии бессмертного полка прошел сегодня и Владимир Путин. Президент нес портрет отца Владимира Спиридоновича Путина, который ушел на фронт в самом начале войны, в июне 41-го. Защищал Невский пятачок, ключевой плацдарм при прорыве Ленинградской блокады. И был тяжело ранен осколком гранаты. Рядом с Путиным идет наш офицер, Василий Лановой. Когда нам сказали, что победа вот тут, мы просто плакать начали. И всю жизнь для меня этот день, те воспоминания военные, с 7 до 10 с половиной лет, которые у меня остались на всю жизнь, главное. Поэтому я и в кино военных много играю. Мы знаем, что бессмертный полк для вас уже не первый. И форма на вас тоже не случайна, да? Когда я прошел этот бессмертный полк, я пришел домой, посмотрел фильм «Офицеры» и хотел стать суворовцем. It's really interesting. I love this one. Проходим мимо здания центрального телеграфа. Именно отсюда звучал голос Юрия Левитана. Невероятный голос, дающий силы и тем, кто в тылу, и тем, кто на фронте. 9 мая является днем всенародного торжества, праздником победы. Интересно, даже национальность могла повлиять на то, кем будешь служить в армии. Например, якуты и буряты – отличные охотники, меткие стрелки. Часто их брали в снайперы. Из Якутии на бессмертный полк сегодня приехала большая семья. У убитого офицера СС нашли записку, в которой он писал, как несколько дней сидим без еды и воды, не можем высунуть своих
голов из-за работы русского снайпера. Вот им был наш земляк Иван Николаевич. Здесь много иностранцев. Несмотря на то, что шествие проходит и в других странах, им важно пройти этот путь именно по Москве. Итальянцы, французы, немцы. Большое спасибо. Нацистами. У нас сегодня в Турине тоже шел весь Принтипол, а там шли портреты советских партизан. А здесь сегодня у нас портреты итальянских партизан. Чтобы поблагодарить Красную Армию, которая спасла моего дядю après le départ des Allemands du camp de concentration. На выходе из концентрационного лагеря в Германии. Вместе со всеми идет мэр Москвы Сергей Собянин. Также в начале колонны идут участники mayor проекта «Правнуки победителей». Подростки из разных городов искали в архивах истории своих героев. И выяснилось, например, у мальчишек и девчонок, которые никогда не знали друг о друге, прадеды были однополчанами или служили в одной роте. Я изначально знала, что он герой, но когда я узнавала подробности, я прям поражалась, что люди могут совершать такие подвиги. Мы не должны забывать о подвигах, которые совершили наши предки, потому что если мы будем об этом забывать, какое будущее у нас может быть? Красная площадь – финальная точка шествия. Здесь наши деды и прадеды встретили, наконец, победу. А многие... Многие ее не дождались, не вернулись. Но они с нами сегодня, и мы говорим им. Спасибо за мирное небо над головой, и я хочу равняться на тебя. Я никогда не видела своего прадедушка вживую, но я хочу его показать сегодня в Москве. Это возможность сказать о том, что мы не забыли, мы помним. Спасибо им огромное за то, что мы есть. Память большой страны на главных улицах столицы. Необъятная, как жизнь, память. Общая и в то же время личная. О теплых руках бабушки, которая всю войну прошла медсестрой. О статном, широкоплечем дедушке, который вдруг становился таким по-детски уязвимым, когда вспоминал о войне. 9 мая мы вместе с нашими одноклассниками приходили к дедушке в дом всегда поздравлять его. И он отворачивался к стенке и просто плакал, потому что военные песни ему всегда тяжело было слышать. Мой прадедушка, к сожалению, с войны он не вернулся. Очень долго он считался пропавшим без вести. И вот буквально только 5 лет назад... нам сказали, где действительно он погиб. 18 лет ему исполнилось, его взяли на войну в 43-м году. Вот он. 18 лет ему. Люди плачут, и вдруг плакать начинает небо. Друг над другом раскрывают они зонты. Или вот так, даже не убирая мокрые пряди волос с лица, несут выше и выше своих героев, поют военные песни, перекрикивая завывание ветра. Моего деда зовут Шаронов Василий Михайлович. При входе в Вену он возглавлял бригаду наводчиков. И целью номер 5 была Венская опера. Когда он наблюдал за объектом, то, наверное, дрогнула его рука. Он не дал координаты этого здания. Здание было спасено. Мы везем в Канаду такие впечатления. И вот этот дождик, и эту радость, и это счастье, что мы вместе со всеми людьми... Max Club and respect to this like families. Тем, кто также стойко стоял под дождем, под огнем и все время защищал свою родину. Наш прадедушка Киян Павел Родионович. Wow. Он воевал на Воронежском фронте. Even this type of weather, they never stop. Я ему очень до сих пор благодарна. Я буду каждый год сюда приходить, чтобы ему... Любую погоду. Wow. Мы благодарны за характер, за несгибаемую волю. Гроза, все идут, никто не уходит. Потому что знают, они никогда не уходили. Тонули в болотах, верста за верстой шли, месили сапогами грязь. По несколько суток их вот таким же дождем заливало в окопах. Совершенно особенное в этом году шествие. Бок о бок под зонтами. Работяги, врачи, политики, артисты. Отец воевал под Ржевом, получил ранения тяжелые и в 43-м году выжил. Слава Богу, поэтому я на свет родился. В следующем году будет открыт огромный комплекс памяти погибшим в Ржеве. И вот объединили такой ржевский полк такой у нас сейчас шел. Нас много. Это мой отец, Попов Максим Петрович, участник 2 войн, финская и Великая Отечественная, которую он закончил в Берлине. И вот мы сняли картину «Коридор бессмертия», чтобы увековечить память наших великих родителей, дедов, матерей. Заливало микрофоны, но наши корреспонденты продолжают
слушать каждого, кто шел в полку. Заливала камеры, но операторы показывали этих людей всей России. В нашей семье все ушли, никто не вернулся. Или наоборот, прошел всю войну, нянчил внуков и видел правнуков. Истории бессмертного полка каждый год эхом разносятся по Москве, по стране. Как важно для нас быть продолжением этого поколения. И никогда, никогда не забывать об этом. Ольга Князева, Юрий Шолмов, Гурам Разилов, Наталья Голуб, Марина Елисеева и Сергей Деев. Первый канал. This is like incredible, even that they experience hail like rain. But these people, I really love to hear with the story behind of what they are, the past of their grandparents, to their families, to their loved ones who put in that war and then lost, and then like somebody also get disappeared. And this is like a great story, and to remember to all those people who fought for the war and protect for the country itself. And this is like incredible. Even the president, like walking with that one, they never like thinking about the rain or what. He just continued just to honor with those people. And this is an amazing of how you do and respect with those people who passed. Much love and respect from the Philippines. This is, I enjoyed so much watching with this video, because they always giving honor to those people, to heroes. Also amazing. I enjoyed it so much. I hope guys you enjoyed it too. And if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put it in the description box below. If you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and share, subscribe also with my channel. This is Junris Vlogadagrian saying stay humble, stay positive guys. If you want to connect my social media account is in here. If you want to connect my second channel, so in the description box below. Thank you so much, Privet and Spasiba to our Russian friends. Bye bye guys, and see you in my next video reaction. Have a good day everyone. God bless.